сейчас хочу выполнить задание «Незабываемая ночка». В таверне мы познакомились с мужчиной, угостили его выпивкой, а мы с ним наспор пили, кто кого перебьет. И очнулись здесь, в Маркарте, в храме. Он исчез, посох нам обещанный не отдал. По-моему, у нас был какой-то рецепт, как починить посох. Нам нужно его найти, найти посох и отправиться в Морвонскар. Именно там его надо искать. Нам по последним сведениям сообщила служительница в храме, то, что мы бормотали якобы в пьяном бреду. Вот нам сейчас нужно выполнить это задание, да выполнить просто те, что я начала, да, и бросила. Надо обыскать труп мага, что у него здесь ничего ценного, в общем, нету. А ведь сюда будут приходить другие маги, кто поклоняется этому Даэдре. И невинных могут убивать, что плохо. Мы, конечно, поступили как черный маг, как чернокнижник какой-то, но мы не охотились за булавой. И меня теперь мучает совесть. Надо было отказываться сразу же от этого задания. Вот. Я просто подумала, что мы можем снова открыть диалог и выбрать другой вариант. Нет, мы так сделать не можем. Кто-то поставил наверх стулья. Последний раз такого не было. Можем даже что-то приготовить. Здесь нет. Не можем. Но это того не стоило, конечно. Надо посмотреть, где на карте находится это место. Недалеко от Виндхельма, туда, где собирают воинов братья Бури. Мы здесь были? Не были, отсюда можем переместиться. Для того, чтобы Джарго взять нам в напарники, нам нужно выполнить его задание. Я пока никакую нечисть не встретила. Поэтому выполняем сейчас пока еще один квест в поисках Сэма. И по пути в какой-нибудь пещере да встретим нечисть. А мы сейчас, кстати, в доспехах, да. Можно дубовую плоть использовать, повышать класс тяжелой брони. Отлично. Железный меч углей. Да можно взять какой-нибудь из посохов. Да сразиться.
близко, конечно, лучше к ним не подходить. Нужно брать посох и убивать их. А можно поэкспериментировать, использовать какую-нибудь способность. Они дикие звери считаются или нет? Можно проверить. Нет, они не считаются дикими зверьми. Почему-то. Ну все, я крик использовала. Так, это подействовало. Надо выпить какое-нибудь зелье для магии. Напиток регенерации. Так и придется брать посох. Огненных шаров. Мимо. Так, одного и второго сейчас убьем. Куда-то он полез. Скалолаз. Надо обобрать трупы. Жир тролля взяли. Разрядили оружие. Зарядил немного. На всякий пожарный. Нам нужно 7 крохотных камней. Я забываю. Винтерхолд нужно принести. Призванный меч. Поджигает противников. И, по-моему... Нет, кинжал только душ собирает, да, этот. Мы ищем Сэма. Он думал, что мы про него уже забыли, но не тут-то было. Это будет для него сюрприз. Надо испробовать на них. У них хоть и есть защита от холода у нордов, но это их не особенность. Морозную руну? Давайте начертим руну какую-нибудь. Морозную. Или какую? Вот грозовую руну, например. Мне не хватает магии для руны. Ну ладно.
Вот ледяной шип, например. Вот эта способность классная. Где у нас лучница? Мне не хватает магии, нужно очень много магии для этого. Сейчас душу соберем. А нет, не соберем. У меня нету стрел. Мерзкий кинжал. Вообще лучше, конечно, взять два меча. Блин. Сейчас меня убьют. Теперь ты поплакал. Теперь мне не надо лечение, мне нужно оружие. У нас еще булава есть. Мы только что взяли. У Даэдра. Скверное задание. Вроде бы мы себя оправдали, да? Но все-таки мы забили человека таким ужасным способом. Лаванда. Тут их логово. Наверное, не стоит нам идти туда. Пойду по заданию, не буду отклоняться. Потом еще мы сюда придем, однозначно. Игра долгая. Везде все осмотрим. Вот у нас поселение, где хотел от нас спрятаться Сэм. И он думает так. Но не тут-то было. Мы сейчас его встретим с двумя мечами. Скажем, отдавай нам посох обещанный. Мне кажется, посох того не стоит. Мы уж просто выполняем квест. Это жилой дом. Туда не будем заходить. Надо взламывать. Здесь живут люди. Так-то кто? Эйри, главное. Поговори с ней, если хочешь подработать. Общий дом. Нет, какой-то общий дом. Так, а что у нас на карте есть? Два дома только, да? На той стороне. Его надо искать. От чужаков вечно неприятности.
Не могу не согласиться. Почему-то нас туда вот по заданию зовут через мост. Каким-то образом нужно обойти, или на вершине находится еще одно поселение. Моравонскар. Забираем души. Не забираем. А как же использовать захват душ? Не получается. Не знаю, как тогда. Как там написано-то? Шестьдесят секунд. Давайте волка воскресим. Для прикола. Пойдем со мной. Баран. Это коза. Вот по этой тропинке мы можем выйти к тому поселению. Рогонянин. Так, это поселение аргонианцев, что ли? Так. К чему ты более уязвим так к холоду? Наверное. Меня убили. Надо было подлечиться. Аргонянин крепкий. Крепкий малый. Волк нас, конечно, не спасет от него.
Надо начертить руну попробовать. Руну пламени. Ну ладно, грозовая руна. Почему магии-то не хватает? У вас недостаточно магии. Я не понимаю, что значит не хватает магии, когда у меня полностью магия заполнена. Нет, не морозная. А грозовую. Почему я не могу руны начертить? Мне говорят, мне недостаточно магии. Странно. Он очень сильный. Можно в одну руку оберег включить. Блин, надо лечиться. Что-то слабенько нас защищает этот оберег. Хочу использовать на себе какой-нибудь крик. Больше нельзя использовать крик. Таланты крики. Блин, разряжен. Какой сильный рабинянин. Так, и нажила сырого мяса, потом болеть буду. У меня опять разрядился посох. Аргонян какой сильный. Поразительно.
Железная руда. Тюмерские сапоги на нем. Все остальное мне не нужно. Вообще, может, конечно, мы подошли с оружием, поэтому он напал на нас. Тут полным-полно дичи, диких животных и ледяных троллей. Я могу предположить, тут очень благоприятные погодные условия для ледяных троллей. Отошли два шага и смотрите, погода сменилась, да? Всяких ингредиентов насобирали. Я вижу великанов, но там не поселение. Они просто дорогу охраняют. Какие-то корни. Почему-то здесь собрать не могла. Могу теперь. Яйцо. Ингредиентов тут насобирала. Кроличья ножка. Это да. Ледяной шип. На меня мчится бурый медведь. Ледяная буря разряжен. Все разряжено. Лечение. Урон здоровья. Медвежьи когти. Я только их и собираю с медведей. Так, а мы прошли уже, да? Мы спустились, прошли мимо этого места. Там подъем наверх, что ли? Что-то я куда-то ушла. Далеко-далеко.
Вот это место. И не знаю, пустят нас сюда, нет. Надо будет попроситься, чтобы нас пропустили через ворота, наверное. Маги? Почему? Они хотят нас убить. Вот это мы попали. Он тоже, что ли, маг? Подождите, подождите. Чтобы не идти 100 лет сюда. Так, магию какую-нибудь использовать надо. Вот теперь другое дело. Почему я не могу двигаться-то? Надо защиту включить. Микстура сопротивления огня. Зелье регенерации. Так, меня сейчас убьют. Не надо лечиться. Чем лечиться-то, если у меня нет магии? Крепкое зелье лечения. Можно тебя превратить? Не получилось? Получилось. Надо посох зарядить. Я сейчас их не смогу победить. Давайте его баджек зарядим. Зубы ледяного привидения. Ну и все. Надо еще зарядить. Или может... Может быть... Так, в одно пламя. А в другое малый оберег. Почему? Нужно лечение. Да блин, отвали от меня, дура. Нет, надо посох выбрать.
только через мой труп, она хотела сказать. Ну и тут-то было. Ну, как раз через твой труп. Книгу нашли. У нее. Две книги лечения, которые мы уже знаем. Значит, он маг, у нас обманул. Там в таверне бухал, забухал. Может, изгнали с какой-нибудь гильдии магов. По-моему, нет, в тот поворот забрела. Надо вернуться. Дубовая плоть мы ее уже знаем. Это способность. Каждого по ножу. Значит, здесь у нас обитает магия. Сэм, мы идем. Ты не подумал, кого ты обманул. Мы идем забрать свое. Нас кто-то увидел. Кольцо здоровья. Увеличивает здоровье. Нам туда. Кто-то здесь спрятался, я видела, кто-то пробежал. Да, вот ты. Так, сопротивление магии надо выпить сразу. Она себя вылечила, овца. Морозный плащ. Нет, не могу. Отморожение. Так, почти сбежала, но решила не отходить далеко от этого места, значит, они его охраняют зачем-то. Она могла спасти свою жизнь, увидела, что все маги погибли, но она все-таки решила остаться на стороне, посмотреть, чем это все закончится. Возможно, они что-то ценное здесь охраняли, поэтому она не ушла. В общем, нам нужно внутрь. Патронах наблюдает за нами сверху. Ладно, пойдемте внутрь. Вообще, конечно, надо было вот так это сделать. Сэмушка, мы идем.
пустые бутылки в основном. Вниз тоже. Пустые бутылки. Так, а Тарнах у нас куда-то сейчас? Только магии нужно, чтобы запускать ледяной шип. Это вообще руны у меня почему-то не хочет. Защита нужна от огня. Врубить защиту. Надо добить так. Я владею. Зелье силы, камень. В общем, все. Так, вас двое, что здесь такое было? Что-то мы медленно перемещаемся, передвигаемся. Наверное, потому что я присела. Магические предметы улучшать я не могу. Мне не разрешают магические предметы улучшать. Железная руда, серебряная руда. Кузнечное дело повышается. Столько пустых бутылок. Только плавить. Это на стекло, да? В Fallout'е. У нас такие глаза необычные, как у Арганианина. Ну, Девакин. Да. Драконорожденная, как-никак. С другой стороны, засов. Они тут что-то готовили. Может, и мы можем приготовить? Жареная корчатина. Лососевый стейк. Все. Рыбка. Моя. Различная дичь. Так, а мы тут все забрали у них. Все припасы. Приготовили покушать. Так, дверь закрыта с другой стороны.
Тут есть еще спуск вниз. Надо отсюда сохраниться. Я думаю, что здесь есть еще магия. Интересно, что они здесь охраняли. Но где же Сэм? Мы пробираемся к Сэму. Сэм непонятно где у нас. Грозовая руна. Так, надо защиту какую-нибудь включить. Сопротивлению. Холоду. Ах ты, блин. Лечиться чем? Лечилок нету, а меня окружили. Я хотела вообще-то вылечиться. Надо отсюда сбежать. Так, надо использовать какой-нибудь свиток, наверное. Что-то на мне одна нечисть не попалась, когда Дризаргу нам дал эти свитки. Я их пока не могу использовать, на всякий случай, а то вдруг попадут, это же по заданию надо. Что это такое? Что это такое? Нифига себе, у него силы. Не меньше, чем у нас. Вот это мы попали. К Сэму на огонек. Надо Вабаджека зарядить. Убили. Офигеть. Вот бы нам Джизарго-то помог. Их очень много. И я с ним не справлюсь. Лук, зелье, сопротивление холоду, снадобье меткости. Меня
меня заметили. Я-то подумала, я здесь спряталась. Малый оберег. А в другой, например, пламя. И защита от холода. Мне нужен меч. Возьму-ка я булаву, которую мне дала Даэдра. Так, минус один. Надо сохраниться отсюда. Сейчас по одному будем разбираться с ними. Со всеми, конечно, я не справлюсь. Там маг борзый просто невероятно. Нас убивает сразу же. Надо накопить магию. Крик. Блин, мне напарник нужен. Защиту теперь нужно включить от огня. От неприятия огня. А это не то. Зелье силы. Одноручное оружие наносит больше урона. Так, Вабаджек. Не знаю, как проходить. Тебя маг. Только Вабаджеком. Кто-нибудь есть? Так, мы нашего Атернаха превратили в кролик. Сами его превратили-то. Так, а он исчез, что ли? Посох огненных шаров у нее еще один заряженный. Его возьму. У них тоже такой же посох крутецкий, как у нас. Он сейчас воскреснет.
Он просто исчез. Та-та-да. Это заварушка. Том заклинание искры, это мы все знаем. Посох пламени. Ну, заряженные посохи, это хорошо. На тот случай, что у нас камни дуже закончатся. Против таких магов только посохами пользоваться. Там у них сундук с припасами. Вот лечилка, это я еще в прошлый раз приметила. А здесь у вас что такое? Еще один сундук. Нет, его надо взламывать, надо сохраниться. Все равно сломалось. О, безупречный гранат нам для квеста нужен. Смотрите, мы нашли все части. Нет, нет, же за руку. Опять гранат. Я перепутала, рубин нужен. Нет, что мы не нашли. Поручи перчатки. Выглядит необычно, дайте посмотреть. Перчатки на себя одену, можно их зачаровать. Вот орочий шлем и орочий перчатки, смотрите. Подходит к броне. Классно мы выглядим, да? Перчатки классные. У них здесь какой-то артефакт магический, они его охраняли. Снизу. Так, сейчас давайте сначала сундук осмотрим. Существа и люди уровня ниже сражаются. Стеклянный лук апатии. Так, у нас перевес. Один посох огненных шаров можно продать, но другой у нас заряженный. У нас два посоха огненных шаров. Что это? Какой-то артефакт. А, это портал. Портал к Сэму. В какой-то мой мир переместились. И вообще не туда пришло. Зачем я сюда переместилась? Они этот мир охраняли, маги. Может, они его сами создали? Красиво. Кто здесь обитает? О, мы нашли Сэма и посох. Вот, значит, ты где? Спрятался. Ты здесь. А я уж думал, что ты сюда не доберешься. Ты, значит, маг, и нас обдурить решил. Так я и думал, что ты и не вспомнишь, как тебе довелось побывать тут в первый раз. У тебя была та еще ночка. Думаю, посох поправил. Здесь она бухала. У меня с собой все, что нужно для починки. А, перья ворожей и прочее. Можешь их выкинуть. Понимаешь? Мне нужно было что-то такое, чтобы дать тебе стимул напиться и повеселиться. Он демон. Сонгвин. У тебя это прекрасно получилось. Это Доэдра. Я уже сотню лет так не развлекался.
Это Даэдра, нифига себе. Так все это просто шутка, кто ты? Я Сангвин, даэдрический князь Разгула. Знаю, знаю, как я мог тебе наврать, но я ведь не мог тебе доверять, пока мы вместе не выпили. Но вскоре до меня дошло, что из тебя выйдет более интересный носитель моего не очень святого посоха, чем этот бездарный кусок мяса. Почему ты выбрал меня? Давай на чистоту, да? Я не всегда продумываю свои решения, но ты много путешествуешь. Может, чуть-чуть помощи от дядюшки Сангвина, и твой курс слегка изменится? Курс куда? Мы не собираемся никому поклоняться, ни для кого собирать энергию, и уж тем более приносить жертву во имя тебя. Кто такой простой? Да даже есть некое очарование. Но тебе, я думаю, пора. Но идти. Это демон, а нечего демоны, они все обманщики. Вместе с посохом. Как хотят, так и ведут себя и меняют правила. Через каждую секунду. А мы переместились обратно в эту таверну. Ну и чё ты меня оттуда перекинул? Чё он мне дал? По-моему, посох, да? У меня столько посохов. Классных. Посох пламени нашли. Но это то же самое, что мы руками можем пользоваться. Это, наверное, если играешь за воина, можно использовать посох магии. Вот он мне розу Сангвина подарил. Мы с помощью этого посоха можем призывать Дремуру. Это какая-то сущность типа Транаха. Можно будет проверить для интереса. Конечно, я не буду продавать такой посох. Он редкий. У нас перевес. Тут никто не собирает вещи, которые мы выбрасываем. В любой момент можем прийти и забрать. Да, это я насорила. Мне нужен напарник. Не обижай. Уважай закон, и у тебя не будет проблем в Драконьем мосте. Здесь мы тогда напились. Я держу эту гостиницу. Как тебе довелось попутешествовать, это сразу видно. Лесто поди стал лучше продаваться, как война началась. Будь я проклят, так и есть. Спрос никогда не был так высок с тех пор, как я построил новую лесопилку. Не знаешь, когда был построен ваш мост? Трудно сказать. Он очень древний. Вот и все, что мы знаем. Город появился здесь много позже него. Надеюсь, мост переживет войну. Это единственный мост через реку Карт на много миль в обе стороны. Вот чего я боюсь. Если бы одна из сторон захотела не дать другой перейти реку, они могли бы попытаться обрушить мост. Похоже, у тебя какие-то терки с женой. Ее зовут Олда. Если встретишь ее, поймешь, о чем я толкую. Клянусь, эта баба самая злобная мегера во всем Скайриме. По-моему, у нее вместо сердца кусок льда. Поэтому ты бухаешь и пропил всю лесопилку. Я помню женщину, которая на него жаловалась. До встречи. Это всегда. Встретишь одного человека, он одно говорит, другой совершенно другое. И у каждого своя правда. Поэтому лучше никакие посылки не передавать, пусть сами разбираются. Муж и жена одна сатана. Но брюх, погляди. Еду покупаю. До встречи. Перегружена едой. Бифштекс 1 кг весит. Ну, прикольно. Надо переместиться. Продать Вабаджек. Ой, Вабаджек. Один посох огненных шаров продать. А если мы напарнику магу отдадим посох, он будет им пользоваться?
Или надо еще заряжать его постоянно для него. Что не очень удобно. Вот в Маркарте я что-то не помню, где там оружием торгуют. Так, мы в маске Ойсунга. Так, еще не открылась. Ты владеешь магией? Я вызываю тебя на поединок. Тебе жить надоело? Боги нас рассудят. Делать там нечего с тобой возиться еще. Пришли продавать, называется. А я сейчас возьму посох тогда. Что мне делать? А, призовем давайте Дремуру, да? Надо было сразу Дремору призвать. Это не женщина. Это какой-то Дедра. Эй, ты владеешь магией? Я вызываю тебя на поединок. Прости, придется себе поискать другой способ. Боги нас рассудят. Элла, сюда приходи. Лучше пойди. Сейчас я призову тогда это существо. Заодно проверим, насколько она эффективная. Ну иди дерись. А Транах исчезает, то есть мы можем только одну сущность, да, призывать. Все, больше меня прикалывает в Баджеком драться. Не знаешь. Так ты чего с ним не дерешься-то? Другой ВБДЖ. Ой, другой посох не тот. Вот этот. Иди с ним дерись. Ты чё стоишь? Ты сейчас исчезнешь. Убил. У меня лечилок нету. Постоянно мне нужно переключаться на лечение. Эй, ты владеешь магией? Госпожа. Я вызываю тебя на поединок. Пары лишних септим. Боги нас рассудят. Ледяная глыба. И помимо еще кого-то прихватили. А почему на меня-то нападает? А, я невинного человека с помощью ледяной глыбы заморозила. О, убежали. Да без вас тут хорошо было. Ты владеешь магией? Я вызываю тебя на поединок. Боги нас рассудят. Давай призовем оружие.
закопает у меня. Я куда-то провалилась. Еще слабо прокачано, чтобы своей магией пользоваться. Ну и зачем это нужно было? Посох молний у него, кстати, был. И мы еле тащимся. Мне все посохи нужны. Все до одного. Иметь дело. Надо магам продавать это все. Конечно, приятно. Или может один посох огненных шаров сложить? Не обижайся, но выглядишь ты паршиво. Не болеешь? Мы можем напарнику магу отдать посох? Я тебя не